Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию учебно-воспитательного процесса в президентском кадетском училище. Министр обороны сопровождал глава Тулы Шалбан Караул. Сергей Шойгу заслушал доклад начальника училища Уранкы Сандар. В одном из классов лингвистической школы министр обороны задержался чуть дольше. Здесь кадеты познают тонкости японского языка под руководством выпускника Сибирского федерального университета. Благодаря тому, что в училище появилась лингвистическая школа, мы получили возможность изучать японский язык. Мы узнаем особенности языка, учимся понимать японскую численность и речь. Спасибо вам за воплощение идеи создания такой школы. Так, спасибо. В президентском кадетском училище создано 4 школы по предметным областям. Приоритетные направления – это получение воспитанниками лингвистического, физико-математического образования, а также освоение информационно-коммуникационных технологий. В центре платформы находится еще одна группа лопасанская. Платформа двигается по территории боевых действий, пропускает дроны. Слава выполнить будет, но это дальше. Вот мы с ним работали, то есть министр обороны, и вот пришли к выводу, что имеет прикладное значение. Сегодня президентское кадетское училище входит в число лучших довузовских образовательных учреждений Минобороны. Его кабинет оборудован современными средствами обучения, учебно-методическими материалами, имеется профильный спортивный класс. Глава военного ведомства также поинтересовался вопросами, требующими непосредственного участия руководства Минобороны. Мадрсадан Артышбартан, Мирана Иргит, Тува-24.